Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Бывшим дилером «Шатуры» заинтересовалась полиция. Несколько десятков жалоб поступило на компанию «Профдекор Киров» в управление Роспотребнадзора по Кировской области. Организация не выполнила условия поставки, взяв 100% предоплату. Деньги клиентам не возвращают, руководство компании на жалобы не реагирует. Всех пострадавших направляют в суд. Решением, как правило, становится расторжение договора с полным возвратом денег, уплатой неустойки и компенсацией морального вреда. Кроме того, у МВД проводит проверку в отношении юрлица. Напомню, что в марте подмосковный производитель корпусной мебели компания «Шатура» обвинила кировского дилера в мошенничестве. Она обратилась в арбитраж с требованием взыскать долги порядка 2 миллионов рублей. Дело будет рассматриваться в середине июня. Программа «Экономика». Рынок бытовой электроники ждет обвал. Сокращение продаж на 22% прогнозируют исследователи немецкой компании ГФК. Реализация уже в первом квартале снизилась на 16% в рублях и на 50% в штуках, отмечают эксперты. По данным РБК, хуже всего с продажами телевизоров и фототехники. В плюсе мобильные телефоны, причем только по выручке, продажа просела на треть. Причиной называется сокращение потребительского кредитования, падение спроса после так называемого потребительского психоза конца прошлого года. На продажах телевизоров сказалась и Олимпиада. Их россияне купили в первом полугодии 2014-го, а затем пошел значительный спад. В МВидео считают, что ситуация улучшится благодаря укреплению рубля и стабилизации потребительских настроений. В Эльдорадо, где первый квартал показал падение, по итогам года планируют выйти на показатели 2014-го, но не исключают и провала. Экономика на 101 FM. Прожиточный минимум вырос на 1500 рублей. Областное правительство утвердило величину на первый квартал 2015 года. В расчете на душу населения прожиточный минимум составляет 9012 рублей. За год показатель вырос на 2000 рублей, а по сравнению с последним кварталом 2014 на 1500. Напомню, что прожиточный минимум учитывается при реализации социальной политики и оказании социальной помощи. Теперь, например, получатели льгот на проезд в общественном транспорте может стать больше, поскольку порог нуждаемости в денежном выражении повысился. В завершение о валютах. Доллар стоит 53 рубля 6 копеек, курс снизился на 38 копеек. Евро, наоборот, подорожал на 51 копейку и стоит сегодня 59.11. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.